Почему спорт так важен для каждого из нас? Как правильно настроиться на полезные тренировки? И чем нужно питаться для поддержания тонуса в организме? На все эти вопросы ответили на акции, направленные на привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни и занятию спортом. Мы хотели этой акцией показать, что чтобы молодежь занималась спортом, замотивировать ее занятием спортом и, конечно же, поддержанием своего здоровья. Лозунг нашей акции, как вы видите, спорт – это здоровье нации. Мы считаем, что занятие спортом – это как раз-таки поддержание своего физического, социального и психологического состояния. Для участников организовали интеллектуальную викторину на тему спорта, где зрители показали свои знания, а самые сильнейшие получили призы от партнеров мероприятия. Зал кинотеатра «Мир» собрал в этот день несколько десяток человек. Значит, спорт все же играет немалую роль в жизни молодежи. Я сама очень люблю спорт, и мне кажется, прививать детям спорт – это как раз-таки то, чем сейчас нужно заниматься, потому что спорт, он закаляет характер, он учит быть целеустремленным, учит добиваться высот и никогда не останавливаться перед трудностями. Спортивная акция не обошла себе спортсмена, двукратного чемпиона России по хоккею Оскара Камалова. Он рассказал юным любителям спорта о важности физических тренировок для каждого из нас. Радует, что спорт и по сей день остается актуальной темой среди молодежи. Адиля Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.